покупок с блошиного рынка, хочу вам показать покупку, которую я приобрела на Авито. Только пожаловалась, что на Авито не видела такой посуды с перламутром, с сиренью. Ну, видите, сразу было, когда в этот раз приехала с дачи, было ее очень много и совершенно разнообразный. И молочник вот я купила, я считаю, у меня уже вполне сложился сет. Если только я захочу подкупить еще какую-нибудь чашку такую же, но... И там, кстати, были и чашки от этого же сервиза, и чайники, и полные наборы. И, кстати, они стоили недорого. Но мне не понравилась форма чашечки от этого сервиза. Я решила оставить мою, которая мне больше нравится. Ну вот, хотя недавно увидела фотографию, вам сейчас я ее покажу, чайника с этой чашкой от сервиза, которую вот сфотографировали, но она на таком красивом фоне, ну, в общем, она хорошо смотрится. Ну, в общем, насчет чашки второй подумаю, а так уже сет у меня сложился. Напомню вам, видите, здесь с позолотой небольшой по краю, и как мне нравится сирень на небе, потому что вот этот перламутр создает такое, вот именно цвета неба передает, не просто белое, а цвета неба, которые переходят то в один, то в другой. В общем, этим мне сервиз очень нравится. Евгения, помните, в самом первой части на блошином рынке, в самом начале, который продавал вот из Абрамцева многие вещи, я купила вот такую картинку. Я у него часто покупаю. Это не акварель, это масляные краски. Ну вот мне очень понравился такой пейзажик. Я его тоже купила. Ну, такая вещичка. Друзья, ну я думаю, что все вы, конечно, помните, что первая моя покупка на блошином рынке, проходящем на территории Музея Москвы, был вот этот замечательный подстаканник, который был выполнен с применением старинных русских ювелирных техник зерни и скани, которые неразрывно связаны между собой, так как зернь обычно дополняет сканные узоры, придавая им более полный законченный вид. И стоил этот подстаканник 800 рублей. Но вскоре я увидела другой подстаканник, выполненный в технике чеканки. И мне он тоже очень понравился. И я его тоже решила купить. Стоил он уже 500 рублей. И посмотрите, какие замечательные на нем листья и грозди винограда. Да, и сколько? Вот так вот комплект стоит 2500, 4 предмета. Да. Я купила это трио. Но это, конечно, без бульонницы, поэтому и стоимость была намного дешевле. Но давно заглядывалась на такую посуду, на яркую, которая поднимет настроение, мне кажется, в любое время года, а тем более приближается ноябрь, с
самое неприятное время года. И как приятно пить чай или шоколад с такой посудой, да? Ну, в общем, я решилась и купила. Красное с зеленым. Яркие цветы. Красное блюдце и вот такая тарелка. Еще с ценником. Сейчас посмотрим. Это Тироль. Я долго торговалась и не удалось снизить цену до 700 рублей. Ну, конечно, у меня вторая покупка, которая вот для души. Я купила ее. Люблю глиняную посуду. Очень удобные ручки. Напишите, пожалуйста, как вам нравится такая посуда с национальным колоритом, яркая. И все о моих покупках на блошином рынке. На самом деле я еще кое-что купила и на Авито, и в других местах. У меня есть что вам показать, но это будет уже в следующий раз. Вам желаю всего самого хорошего, самое главное, прекрасной погоды, чтобы бабье лето у нас было хорошее. Да, потому что сентябрь еще очень хороший месяц. Всего самого хорошего. До новой встречи. Берегите себя.